Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и ко мне пришло две вот такие вот огромные посылочки от моих подписчиц. Одна это от Кристиночки из Питера, она нам уже присылала подарочки, и ладно, расскажу попозже. А вторая, ой, от девочек, две сестрички, они, в общем, что-то мне там подготовили, не знаю что, не распаковывала еще ни одну посылку, девчонки уже ждут, когда их посылочки распакую, готовились. В общем, начнем. Первую посылочку я распакую Кристины из Питера, потому что она стоит уже давно. Эта посылочка пришла вторая. Кристина уже ждет давно, когда же я распакую ее подарочек. Вообще Кристина балует нас. Кристину мы уже знаем лично. Она была на встрече в Питере, очень хорошая девушка. И вот она нас балует подарками. На Новый год она присылала, как вы помните, очень много подарков. И она и Кристине отдельно написала открытку. И мне отдельно все разделила, все запаковала. Самая большая коробка была от нее. Честно говоря, самое мое нелюбимое в распаковке, это вот открывать именно коробки. Я уже сломала себе ноготь, но ничего, это ерунда, обрежу, я не привязана к своим ногтям, но сам факт, что я очень люблю разбирать, вот когда уже открыла все, вот это разбирать я люблю, но саму распаковку, когда все запечатано вот этими вот лентами и вот этими скотчами, меня бесит, у меня не хватает терпения. Итак, первый подарочек, который я вижу, это Деньки. Смотрите, ой, Денька будет счастлив, какая машина у него крутая, с собачкой вот такой вот. А ну-ка, давайте посмотрим, что эта машина у нас тут может. Полицейский, патруль какой-то. Мне детские игрушки тоже разбирать нельзя, я могу что-нибудь сломать. Так все запечатают все время сильно, блин. Так как Деньке все равно нужно уже давать конкретно готовую открытую игрушку, тут скажу, что такое, что с этим делать? Он еще не поймет, сам не откроет. Поэтому мы заранее уже давайте посмотрим, что за игрушка, что она умеет, и уже ребенку дадим наслаждаться. Все нарисовано, я что-то пытаюсь новое изобрести. Опа, есть. Открыли, машинка. И сразу... Ой, она едет как-то сама. Так. Так, вот такая собачка. Прикольная. Деньки. Если мне нравится, Деньки тем более понравится. Так, здесь у нас какие-то... Ух ты, вылазит, смотрите. Вылазит. Можно спрятать. Оп. Представляете, наверное, на кухне. Я ему это покажу, он охренеет. То есть ему пальчиками надо будет прятать сюда, закрывать. Это он сможет. А потом на кнопочку. Вот так вот машинка едет. Собачка туда залазит, машинка едет. Класс! Так, это Денька будет счастлив. Откладываем. Дальше. Ух ты, какие-то кубики. 15 сказок. Ничего себе, блин. Короче, Кристинка Деньку решила забаловать. Так, игровой набор для развития речи детей от 3 лет. Расскажи сказку. Так. Плюс книжка. 15 сказок. Ну-ка. Ух ты! Класс какой! Блин, я хотела такие ему купить кубики, на самом деле. Блин, вы угадываете мои мысли. Блин, Кристинка, спасибо большое. Блин, у меня выскакивают, на самом деле, эмоции. Я не слежу за речью. Да, это действительно очень полезные кубики, потому что здесь коза. Это он уже в садике научился говорить. Солнышко. Собачка гав-гав. Да, все это будет говорить у меня. Класс! И они легенькие, и они не тяжелые, то есть он любит у меня кидать вещи всякие. Вот, и слушай, класс какой. 9 кубиков больших таких, отличных, отлично вообще. И сказки. Наверное, рассказы. Стоит в поле теремок. Тут, наверное же, да? Вот, стоит в поле теремок.
нашла на него мышка и спрашивает, надо мышку найти. А, мышка на другом кубике, надо мышку найти. Здесь выделено, короче. Допустим, сказка. Сказка. И ты читаешь сказку, посадил дед репку. Где дед? Ищем деда, да? Выросла репка большая-пребольшая. Где репка? Ищем репку. Понятно? Здесь выделены слова, которые есть на этих кубиках. Ну, здесь инструкция написана, но я так логически думаю. И здесь очень много сказок. Гуси и лебеди, лиса повитуха, волк и семеро козлят. Блин, спасибо тебе, Крестюшенька, за твою заботу. Честно говоря, к ребенку это вообще очень круто. У детей сколько бы ни было игрушек, и всегда будет их мало, и всегда детки поиграются какой-то игрушкой, она надоела, забросили. Я все время складываю игрушки, такой лайфхак, да, где-то подсмотрела или подслушала, я не помню. Складывайте игрушки, которыми он уже не играет, прям вот так вот в наборчике, да, и все, он про них забывает. А когда вы через время достаете, они как новые, он снова играет, снова с новой силой с ними. Поэтому я люблю, когда Денечку одаривают всякими игрушками, я люблю смотреть на его новые впечатления, радость всякую такую, да, это очень круто. Спасибо тебе большое, Крестюша. Прям, честно говоря, дорого ваше внимание, все, что вы дарите, и вообще, я знаю, это надо пойти, это же надо купить, это надо пойти на почту, оформить, оплата, пересылки, это все недешево, я знаю. Поэтому огромное спасибо, для меня это очень ценно. Вот, Денечке, я думаю, все очень-очень понравится. Спасибо, дорогая. Следующая посылочка, открываем. Тоже, кстати, Санкт-Петербург написано. Ленточки из Санкт-Петербурга. Так. Да-да-да-да. Ой, сколько всего. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, сколько всего. Мамочки родные. И какой аромат. Блин. Ух ты. Охренеть! Опять Денька будет счастлив. Гляньте, какая машина красивая. Офигеть, у него теперь две крутые машинки. Блин. А я прям, знаете, не буду разбирать. Я поняла, это машинка, в общем, такие колесики. Она очень красивая, яркая. Здесь снимается вот эта штука. А можно ее вообще одеть. Мы вытаскиваем вот эти кубики, и он должен их затаскивать туда по формочкам. Да, у нас есть такие, но не в виде машинки. В виде машинки это очень круто, классно. Я думаю, ему понравится. И я прям вот так ему подарю, чтобы он понимал, что это прям вот запечатано, мы вместе откроем. Может быть, ему даже лучше по очереди давать машинки. Сначала дадим одну машинку, пусть поиграет, наиграется, и потом другую. А то сразу радости много будет. Вообще, машина очень красивая, яркая. Мне нравится. Так, Денечку моего одаривают. Это я люблю. Спасибо. Так, что? Маме написано. Гля, я бы не увидела. Такая боже, ой, как классно, спасибо. Маме. Это маме. Мамы нет, к сожалению, сейчас она уехала. Я за нее. Так. Смотрите, как красиво все оформлено вообще. Пахнет. Это похоже на бомбочку вообще для ванны. Очень красиво, очень ароматно. Так, я оставлю все вот так же красиво, как вы упаковали. Обязательно передам маме. Так, красиво все сделаю. Пусть она откроет, сама порадуется. Так, тут еще должно быть письмо. Что-то я начала все распечатывать. А где письмо? От кого это нам пришло? Шоколадка киндер. Но это, скорее всего, съем я, потому что Деньке я еще не даю шоколад. Я вообще ему не даю всякие покупные вкусняшки. Он у меня к еде очень привередлив, и вот я до сих пор ему даю, если что-то покупаю, то там, где написано, там, знаете, от нуля, там, или от 6 месяцев, то есть, или от года, то есть, такие вкусняшки только, да. А вот так, что шоколадки, где что написано, я такое ему еще не даю, не балую, хотя я знаю, что многие дают, вот. Но я знаю, что если он попробует один раз, мне кажется, шоколадку или конфетку, он потом не отстанет от меня, поэтому я берегу его организм. А киндер я сама очень-очень люблю. И с чаем с удовольствием его поем. Спасибо. Как раз у меня кофеек намешан. Ой, M&M-ки мои любимые. M&M's я очень люблю. Ой, еще этот с арахисом. Да.
люблю M&M's. Вообще, они у меня улетают сразу, пачка на один раз. Вы как знали. Так, Флоресан, крем-гель после депиляции, замедляющий рост волос. Слушайте, девчонки, гля, какой классный. Селени. Тут все подписано, короче, надо смотреть, а то, может, не все мне. Может, маме, Кристине, Деньке. Так, здесь, значит, восковые полосочки, наверное, которые между ручек растираются. Крем после депиляции, замедляющий рост волос. И еще здесь такие же маленькие усики убирать. Девчонки смотрят, понятно, знают, да, что я все это делаю. Поэтому спасибо большое, это обязательно пригодится. Я люблю такое. Так, где же письмо? Письмо! Нашла! В таком конверте я просто думала, что это, знаете что, инструкция по применению для чего-то. Я же еще не все открыла, посмотрела. Это, оказывается, конверт, да, все. Да я просто читать не умею. Письмо. Давайте сначала письмо прочитаем. Потому что я знаю, что это две сестры, и они готовили вдвоем мне подарок. Здравствуй, дорогая Селена. Привет! Смотрю твой канал относительно недавно, но уже успела влюбиться в тебя по уши. Ты и твои девочки, Крис и мама, самые бомбезные. А Дэнни – это вообще отдельный разговор. Принц с обалденными глазами. Спасибо. Весь в папочку и в мамочку. Решила порадовать вас небольшими подарочками. Каждый подписан. Вот это надо было мне сразу письмо прочитать, да? Три пола. Офигеть. Это тебе, маме и Крис. Вы как три сестры. Охренеть. Вообще вещи дарят. Сейчас посмотрим. Я уже здесь увидела, да, три пола. И мне уже прям аж... такая внутри. Так, скорее открыть, посмотреть, померить. Остальное посмотришь сама. Так как ты много путешествуешь, отправляю тебе миниатюры Ивраше. Кстати, Ивраше мне очень нравится. Отдельно хочу отметить бомбочки для ванны. Так, одну мы уже маме. Это делает моя сестричка. Ручная работа. Если можно, то вот ее инстаграм. Да, я вам покажу инстаграм, и еще мы его отдельно продублируем под видео. Заходите, конечно, вот одно сейчас мы попробовали, очень вкусно пахнет, еще попробует, мама, я думаю, обрадуется, потому что она очень любит принимать ванны у меня со всякими вкусностями. Вложила свечи, арома, устройте девочками девичник, выпейте по бокалу вина или чай с тортиком в романтической обстановке. Спасибо! Для Дэнни тоже посылаю презент, надеюсь, ему понравится. Успехов, процветания вам, девочки! Виктория Семенова, Санкт-Петербург. Вообще, так мило, спасибо большое. Давайте все скорее посмотрим, что еще нам девочки прислали. Пола вообще меня заинтриговали. Так, арома свечи для девичника. Тут все, тут нам программу уже составили. Арома свечи для девичника. Ну, не будем открывать, давайте, потому что их отсюда видно. Они очень пахнут, вот такие свечи. Очень круто пахнут. Все, девчонки, значит, соберутся ко мне, устроим девичник обязательно. Пахнет, знаю, прям круто виноградом. Виноград нарисован, прям виноградом пахнет. Так, что у нас здесь? Крис! А распечатывать можно? Крис, глянь, тебе отдельный подарок. Ну-ка. Ух ты! Ой, как пахнет, сколько там всего! Это вот все бомбочки, да, наверное? Это все для ванны. Крис вообще у меня любит ванну принимать. О, бомбочка. Шоколадная, по-моему, гля. Она прям выглядит шоколадом. Как какао выглядит. Крис, глянь, сколько тебе тут. Какая красота. Ух ты. Ну и как пахнет. А это сладеньким чем-то пахнет. Так, а это... Ой, блин, такие вкусняшки, девчонки, смотрите. Это я понимаю, что сестра, твоя сестра делает сама ручной работы. Я думаю, Кристинка все это запробует и еще обязательно поделится у себя на канале. Класс! Так, конечно, обязательно ссылочку оставлю под видео. А вот, смотрите, селени. Давайте посмотрим, что именно мне... Я уже чувствую аромат отсюда. Блин, я же арома люблю очень сильно. Ах, я прям кайфую. Смотрите, сколько там всего. Сердечко сразу вижу. Ай. Господи, какой кайф.
Ничего себе наделала мне ручной работы, сколько всего. Ничего, что я тут кайфую такая. Ой, девчонки, ну вообще, вы нас балуете как. Слушайте, столько разноцветных бомбочек. Я прям надо вставить мне это. Ванну прям сегодня надо принять хотя бы одну и вставить видео, чтобы показать, как оно. Ой, вот этот очень приятный аромат. Этот мне нравится. Он такой сиреневый с крапинками фиолетовым. Так, а это что у нас? Это, наверное, мылки, да? Бог мой. А, что вы туда сделали? Почему так вкусно пахнет? Блин, девочки, можно я не буду это пользовать? Я положу это в ванне. На самом деле, лайфхак. Я очень люблю вот такие все вещи ручной работы, особенно всякие мыло. Ну, то есть бомбочки это применять нужно, да? А вот мыло, они очень красиво выглядят, и они очень офигенно пахнут в открытом виде. У меня есть полочка. Если вы видели рум-тур моей ванны, то вы наверняка видели. У меня наверху специально стоят вот такие вот мыльца разные. И когда я открываю этот шкафчик, просто на меня вот так вот аромат офигенный. Во-первых, это очень крутые подарки, но на 8 марта, мне кажется, это одни из лучших подарков, которые можно подарить маме, подруге. Еще классно. Это запах вообще, это одни из самых сильных впечатлений, воспоминаний, память, которая остается у человека. Поэтому я вот... Но эти розы, они просто бомбические. Кисло-сладенький аромат. Просто невероятный. Я даже не могу описать, чем это. Очень круто. Очень. Я прям вот так открою, вот так поставлю в ванне. И красиво, и будет все пахнуть. У меня в ванне вообще очень круто пахнет. Так, спасибочки. Еще я вижу вот такой вот селеник. Ой, мне так нравится селеник, где написано... Сразу чувствуешь, так, мое мне. Класс. Так, откроем бантик. Так. Вот это из Евроше. Что у нас здесь? Евроше. Крем, хенд-крем. Крем для рук. Лимитированная коллекция, ароматный чай. Шампунь. Евроше, кстати, тоже очень приятный аромат всего. Шауэр-гель. Гель для купания. Дневной флюид от морщин для сияния кожи. Супер, спасибо. Буду молодая, вкусно пахнуть. Как раз с собой возьму в дорогу. Я как раз-таки уезжаю в Москву вот на днях. И прям с собой возьму и буду все это пробовать. Спасибо. Так, ну а теперь самое интригующее. Селени, Мами и Крис. Так. Ой, слушайте, так это платьишко. Это полуплатье. Офигеть, целое платье, прям платьице, блин, надо померить. По-моему, очень крутенько смотрится, я прям уже вижу свои кроссовочки какие-то, очень классно, блин, и у нас вот такие три одинаковые пола будут, ну прям девишник-девишник. Я думаю, что девчонки очень обрадуются, им будет очень приятно, потому что мне очень нравятся мои цвета такие. Надо будет как-нибудь видосик снять в таком поле. Девочки, мои хорошие. В общем, долго мы вас будем вспоминать. Я до сих пор вижу какие-то подарки от девочек и все время вспоминаю это видео, когда я снимала, и каждую игрушечку какую-то там Кристину вспоминаю. Пледик, который там девочка дарила, присылала. Денька вообще им прям вот обожает его. И все время с ним, все время ему укрывается, все время с ним играется. Косметика какая-то расставленная стоит, и я все время вас вспоминаю. И вот теперь будут новые игрушки, бомбочки. Теперь каждый раз, когда я буду кайфовать в ванне, я буду вспоминать девчонок. Каждый раз, когда Денечка будет играть в кубики, я буду вспоминать Кристинку. В общем, очень приятно, спасибо. Прям видео няшно-няшно. Спасибо большое. Я вас люблю, целую. Обязательно все ссылочки оставлю под видео. Заходите, вот, поддержите девочку, которая занимается вот таким вот рукоделием. Может быть, кому-то пригодится на подарки что-то заказать на 8 марта. И поддержим
нашу девочку тем самым. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Если вам нравятся такие видео, обязательно ставьте лайк. Еще подарочки едут, скоро будет еще видео впереди. И если вы не хотите пропустить, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами прощаюсь, до следующего видео. Пока-пока! Так, первая игрушка, которую мы освоили. Давай. Главное, берет мою руку, чтобы я на кнопку нажала, и пока я не дотянулась, быстрее нажимает на кнопку. А не дает собачку мне. Ам-ам-ам. Положи на место. Ам-ам-ам. Давай, складывай. Складывай пушки. Давай, одной, второй, двумя ручками. Вот. Молодец. Та-та-та-та-та. Я нажимаю или ты? Та-дам! Так, это первая машинка, которую он увидел и начал ей заниматься. Та-дам! Вот как хранятся мои все бомбочки теперь вот здесь вот. И вот я открыла. Слушайте, я в ванну захожу, у меня невероятный аромат вани. Мне прям не хочется выходить. Так, сейчас я хочу выбрать какой-нибудь бомбочек. Бомбочку какую-нибудь. И может вот эту. Блин, мне даже целиком ее не хочется. Сейчас вот эту попробую, она вкусно пахла. Ловила напополам, потому что мне жалко целую. Ух ты! Как бурлит. Блин, наверное, надо целую. Чтобы в ванне посидеть нормально, да? Ладно, пусть бурлит. Вау! Сейчас все растворится, и я туда залезу.